Опять Doom. Опять товарищ Doom. Можно кого-нибудь задумить, чтобы он потерял сознание. Поиграть на той самой бруде через Insatiable Hunger, чтобы снизить себе интервал атаки и сразу залагало. Какие же лаги у нас происходят? Вау! Вот это супер. Найс, лаги. Прекрасно лагануло. Мне понравилось. Мама, я в телевизоре, все, понеслась. А, что у нас? Соло против сквадов? Красные, розовые, зеленые и сиреневые. Я понял. Я вас понял. Что ж тут непонятного? Сразу все понятно. Сразу стало все понятно. Способность замедляет передвижение, жертв и излечивает владельца на долю от нанесенного урона. Уменьшает перезарядку. Замедление передвижения 40%. Лечение по героям 50, по крипам 10. Нормально, нормально. С одной стороны, вроде интересно, да, то, что герой универсал, но статы, я бы сказал, не очень. То есть в них что-то такое прослеживается, да, такое прям, слабенько, хочется поинтересней. Лина через Джен Страйк, вау. Сразу лайк. Лина через Джен Страйк. А там палец с Магусом. Блин, ну дэмэдж у нее присутствует. И, кстати, анимация 1.6, а не 1.7. Чел, далеко ты не отойдешь, у нее дали стаки больше, чем у тебя. Понял. Сразу все понятно, когда... Да ты понимаешь, что человек... отходит, он даже просто не понимает, что у нее дальность атаки гораздо больше, чем у него. Даже у него 600, да? Ну да, у нее на 100 больше. А, у нее 670, это у этого, у минера 700. Я немножечко забыл. Чуть-чуть. Понял, принял. А, ну там, кстати, есть шарт от мультикаста, у него Fire Shield. Ясненько, ясненько. Бывают в жизни незаурядные происшествия. Папик, чувака, ник Папик. Здорово, от макаки? Здорово, здорово. От макаки это прекрасно. У Марты ник Папик. Замечательно. Там интересно, что у него есть и блок дэмэджа, и снижение урона. Говорит, жесть, задержка. Не знаю, задержка секунд 8. Стандартная задержка обычно. Ничего такого. Ну да, как бы она ни старалась, у нее нет шансов. Такое пока не пробить. Там условно брошкой может быть как-то еще. Это еще. Да, нужно джекпот выиграть. Ставку выиграть с джекпотом, да, тогда у тебя возможно будет. Будет шанс какой-то хотя бы. А так, к сожалению, нет. Шансов ноль. Кстати, тактика через сон прикольная. Но у него мана закончилась. Такое ощущение, как будто там... Что? У него ж... Подожди, у него каскадин или там стан... Ну там в любом случае стан у того и того. Но я не понял, как произошел стан.
Возможно, это сначала был он, а потом Стан дал этот. Ясненько. Мы пока пассивная мразь. Чисто пассивная мразь. Но он веки не берет, я вообще не знаю. Он в любом случае меня не пробьет. Ему придется долго меня убивать. Что-то у меня сразу не нажалась масочка. Странная тема. Я нажал Inner Fire, потом нажал единичку. Возможно, я двойку нажал, перепутал. Ну, хотя я вроде... Мышечная память не забыла, то что единичка немножечко не там. Видимо, не нажалась. Но двойка у меня не работает. Вот двойку жму, не работает. Единица еще пока работает. Вот двойка не работает. Это проблемки. Большие проблемки. Кстати, если найти пассивку... Фу, какую пассивку? Ульту. Ультимейт алхимика. Сюда. Вот Insatiable Hunger. Там в лайте можно сделать такую скорость атаки под свирепостью. Просто космическую. Просто космическую. Как они проигрывают, я не знаю. Хотя... Там палец-то палец, палец пальцем, да, логично, но еще и сплитшоты падают. С флэг-кэноном. А за что такие радости? А я не понимаю. Серьезно, я что-то немножечко не это. Сплитшоты пока не буду качать. Я пока не вкуриваю, почему так все прекрасно. У меня серьезно, пока все просто банально прекрасно. Лучше не придумаешь. Чего, блядь? Меня уничтожили просто. Так, расследование. Сколько дэмэджа? Подожди, у него есть пассивка, которая стакает дэмэдж, да? Логично, он настакал сейчас. Но то, что у него устранение... И как-то... Как-то больновато, однако. Слишком. Что-то чересчур слишком больновато. Не, я понимаю, что это герой силы, у него устранение. А сила сколько? 3,9. Мощно. Но извините. Чат много как-то, однако. Чат многовато. Ну ладно, тут стакается дэмэдж, да, еще и там. Плюс здесь добавляется. Как бы логично, что прилетит плюха хорошая под критом. А еще самое что интересное, мне нужно подойти. Дальности атаки у меня нет. Подожди, дальность атаки 175. Интересно, почему у Бруды дальность атаки 175? Кто мне расскажет? Герой-ближник. Дальность атаки 175. Почему не 150? Дальникам увеличили базовую дальность? Нет. На эти не работает Мастер Валс. Мастер Валс работает только на обычные предметы, кроме нейтралок.
Но то, что одно могу понять, что у него, у Туска, точно вкачано устранение. Поэтому и рейтинг такой высокий. Играет на физиках через устранение. И у него все замечательно. Подожди, спильшот вкачивать чи нет? Ладно, пока вкачаю. Там как бы логично, что 80% дэмэджа, но тем не менее с мастером у тебя есть... А, подожди, она ж не работает. Хотя, подожди. Тут вроде не написано. Ну, ладно. Фэрвар как-никак. Лютая тема. У меня сопротивление магии уже 67. Нормально. Гасть, он распрыгался. Что-то у него вообще скорости нет. Да, все-таки прыжок дамажит магии. Плюс физика, логично. То есть он при прыжке наносит урон от атаки и плюс урон от взрыва, там магический, метка 330 дэмэджа. О, со спелесотами, конечно, помощнее будет, прям вообще изи. Кстати, эта тема прикольная тем, что она позволяет иногда переиграть. Либо ты умираешь там, либо переигрываешь за счет снижения урона, либо подсейва. И в итоге Static Storm не дает тебе ни БКБшку нажать, ничего. Но это с Аганимом. Без Аганима, конечно, БКБшку нажать можно. Ясно. Земное счастье. Говорит, сейчас я куплю Аганим. Да кому он сказал вообще? Подслушивает меня, что ли? Вот, 35 скорости атаки. Мало того, что у нее Insable Hunger уменьшает интервал атак на 0.3, еще и бонусом 35 скорости атаки. Бесплатно. Еще 35 скорости атаки. Уже 0.39.
Подождем, а как с магусом? Ему магус для пассивки. Магус с пассивкой имба. С пассивкой макаки. Имбище. Здорово. Что он делал, не понял. Это были танцы с бубном, что это было? Пак имба, согласен. А, я понял, у них пати папик и батя папика. Кто из нас батя? Макака батя. Один папик и другой батя. Все, кранты. Купол от бога. Да, лучше было бы 800 ударов в секунду. Так, кусь. И 800 ударов вылетело. За один удар. Это вообще жесть. Сколько там дэмэджа уже? 324. Мастер, да, мастер имба. Так, нужно Insatiable Hunger. Фига себе, Sand Shift. И опять выпадает Flag Cannon, то есть еще один сплэш. Что происходит? У меня даже Sand Shift выпал. Какого хрена? Под сейф не дают, зато Sand Shift выпал. Под сейф не можно. Кстати, у нее есть шансы выиграть. Два лютых под сейва, которые могут позволить переиграть его. Нет, не умирай. Все. Да-да, сегодня без сейва. И без нормальных ставок. А, нормальные ставки. И только проговорил за то, что я делаю хреновые ставки, и тут вот 6900 в плюс. Нормально, хорошая игра, замечательная, лучше не придумаешь. Зачем я еще рот открываю? Уже 12 тысяч на ставках, 28 раунд. 12 тысяч плюс на ставочках. Ну тут 922, нормально.
То есть только у него дэмэджа 380. У него как-то не особо растет дэмэдж. Два удара. Вот, два удара, 3200 дэмэджа. Блин, ну дальность атаки я бы взял. Я бы покушал. Как в КВН. Война нынче, нельзя кушать. А я бы покушал. Play MMR? Ну тут 2200 самый высокий. Нет, 2400. А, ну это они топовые, да? Тут 2200, а тут 2400. Через Unstable. Через Nightmare. Прикольно. Тактика. Раньше, когда ты кидал Nightmare, то... При любом нанесении урона ты выходил из Nightmare, а сейчас нет. Мне кажется, можно попробовать поиграть через этот, через Magus. Но... Имеет ли это смысл? Играть через эту херню с Магусом. Но это по факту бесконечный контроль. Потому что при нанесении урона ты не будешь выходить из Найтмара. А там длительность сколько? 7 секунд, да? 6,5. Только Бейн может свободно атаковать спящую цель. Но нет. Любая цель может атаковать. Я, если честно, без малейшего понятия, как он выиграл. Понятия, простите, я понимаю, что можно, но... Как можно было проиграть, не знаю. Еще один, блин. Потанцевал... Там 3-2-2 было. Фига себе там... Раскастовался молодой. Хорошо, сопротивление магии есть. Подожди, у меня было сопротивление магии 80, но это под БКБшкой. Без БКБшки 62, 64. Потерялся донат твой. Я прочитаю. Ой, сейчас буду мазать, не? Ну, пару раз промазал. Пару раз промазал. Блин, ну конечно... Нет, тут, наверное, надо закрыть эту херню. Не нужно. Давай... Катулю в Ability Draft. Спасибо за 100 рублей, во-первых. Но, во-вторых, ты хочешь поиграть в Ability Draft? А чё там? Что интересного в Ability Draft? Что там прям? Что-то дико интересное? Или так просто, по фану? Откуда урон? Вехи. Это дает общий дэмэдж 60% от белого-зеленого. Общий дэмэдж дает. Это дает от силы 8%. Ой, не от силы, от хп. Чем больше хп, тем больше урона, потому что 8% от хп. А, по фану. Подожди, мне хочется взять свирепость. Блин, я серьезно хочу взять свирепость. Но опять же, если я найду... Если я найду, правда. Если я найду ульту алхимика. Ну, канал называется не то, что ты подумал, типа Ability Draft, все, Ability Draft. Нет. Переведи в этом переводчике, нажми Ability Draft и посмотри, как оно переводится.
немножечко другое подразумевает. Блин, можно мне мой Insatiable Hunger? Нельзя. Донат вроде как работает, да. Тут написано... А что тут написано? Даже не знаю, пожертвование, типа. Там, кстати, они должны были завести какие-то еще коды. Может быть. Было бы хорошо. Да блин, бей давай. Каждая атака замедляет на 25% на 3 секунды. Атака на 60. Атака, скорость атаки 0.17. Уже 1000. Уже 1000. Есть ли смысл донатить? Для кого есть смысл? Вообще нет. Я ни разу сюда не донатил и не вижу смысла. Золотой буст дает возможность общаться с разработчиками, да, вот. Чат для поддержки и разработчиков, вот. И открывает возможности расчета урона. Я опять 5300 выиграл, понял, принял. Да что за... Чё, опять? Опять начинается. Так, мне кажется, это будет посильнее, чем крутилка. Блин, ну можно сегодня не лагать? Почему она лагает? Хотя бы я бы не отказался от какого-то лютого сейва хорошего. Untouchable дают. Хотя, с одной стороны, я понимаю, что Untouchable мне особо не поможет ничем. Блин, это у меня лагает или это кастомка? Что, лаги какие-то дичайшие, ё-моё. Чё там по ОБСке? ОБСке вроде нормально. Наконец-то. 0.11. Пока что у меня максималка 1500. Надо искать этот, как его. Но сильно, сильно искать и долго. Прокачивать себе стальные мышцы пригодится. Нужная тема. Да что за лаги? Блин, почему опять тупит? Так же нельзя. Thank you.
Это скорость. Зачем лагает? Да-да. Но у него есть подсейв хороший против меня. Еще дальность. Чтобы точно за полкилометра херачить. Если у него здесь дальность и здесь дальность. Наглянуть какого левела. Возможно, в единицу. Хотя в единицу как-то глупо брать себе дальность таки, которая добавляет тебе сотку. Как-то мало. С каждой песчинкой я становлюсь все сильнее. 270. А, ну у него еще здесь дальность атаки. Блин, это космические атаки. Все, наигрались, да? Ты у меня дичайший лаги. Скорость атаки сколько? 1545, 0.11. Надо либо избавляться от пассивки, либо Hand of God менять. Понятно, я дерусь как раз и на дуэли залагала. Ну что тебя, блин, какого фига? Ой, так самое интересное, что пинг показывает 80, а лаги как будто 8000 пинг. И все, дуэль прошла и разлагала. Ну за что? Ну какого фига? А как здесь не беситься? Как не беситься, когда у тебя пинг 8000... Просто скачет до сотки, а лагает так, как будто, блядь. За что мне это? Короче, пока это. Пора все говорить. Пока игра говорит, все. Заканчивай, друг. На сегодня хватит. Наигрались. Блин, дальность атаки прикольная, конечно, с одной стороны, но... Она даст только дальность атаки, и все. Вау, его уничтожило. Его просто испарило. Я так полагаю, сейчас опять залагает, да?
На миг показалось, что меня сейчас просто сдует. Там Салицер все раздает магусам. Он еще и с первым ходом, мощно. Ощущение, как будто он вообще по мне не попадает. Да, получается, что связка с Фервор и с Пальшоты мощная. Нормально. Это чистое везение найти то, что у него есть. Просто везение. С такой скоростью так и можно играть. Надо что-то искать. Срочно. Да блин, перестань лагать, прошу тебя. Зачем ты лагаешь? Не. Она по мне вообще не попадает. Да что такое вообще? У меня ворота всего лишь 50%. Да подожди, откуда 50? Не может быть 50. Почему у меня уклонение 50%? Не может быть 50. Бабочка с мастером дает 50%. Ладно. Прекрасно. Блин, идеально. И то. Если взять и то, и то.
Хочу криты. С критами буду вообще жесть. Блин, ну лаги, конечно, просто ужас. С такими лагами играть невозможно. Через мастера нужно играть только когда ты хочешь увеличить себе дэмэдж через либо воин устранение, либо колосс устранение, когда больше строки дэмэджа. Ну а по предметам, как ты видишь, да? Бабочка в основном для универсалов или ловкачей, по большей части, потому что дает дэмэдж, уклонение. Брошка, Тараска с момом. Бладторн для сопротивления магии, потому что больше дает. Нейтралка там уже на твое усмотрение. Можно просто идти в силу, чтобы Раска больше с мамом давали от хила, больше дэмэджа от устранения. Скорость мощная, но это еще не максималка. Это еще слабо. Это даже не под ульту алхимика, а под ульту алхимика лучше. Потому что у меня сейчас анимация понижена только на 0.3. А базовая какая у Бродмазера, какая базовая скорость стаки? 1.5 или 1.6? Я не знаю. Если сюда взять ульту алхимика, будет где-то 2, даже где-то 3000, наверное, скорость. У меня 42 тысячи на ставках. О, хрена, что происходит? Ясненько. Человека сдуло. О, ну понятно. Я против чела, у которого 2 подсейва. Как тут выиграть? Да ты меня выебешь, не пиши. Ладно, не надо мне писать. Достойно говорить. Но даже если я буду стараться, я проебу. Так что не надо мне писать. Достойно, когда будет подсейва хотя бы несколько. А, ну ладно. Я думал, он сильнее, кажется. У него сало вылетает. Откуда сало? А, глайвы. Там БКБшка нужна. Я даже не думал, что там такое количество сала будет вылетать. Там интересно, что у меня урон под Insatiable Hunger'ом увеличивается на 70%. Плюс за счет шарда увеличивается. Вот эти, у меня сейчас 3300. Активирую. 4500. И растет до 5500, да, по-моему? Охренеть. Ну жесть какая-то. Просто жесть. Мне кажется, можно попробовать даже крест поменять. В нем как бы смысла особого нет. Как подсейв. Что-то дает, но не то чтобы много. А, вон как. Эх. Лицо сломали, бывает. Не, здесь как бы как такового самого сильного героя нет. Это логично. Как бы есть хорошие герои по статам, есть хорошие герои по талантам. А вот прям супер имбового героя как такового здесь в этой игре нет.
Здесь можно любого героя, даже по самым слабым статам, собрать очень хорошо. Тут в основном решает везение. Думаешь, стоит поменять? SN Shift прикольная штука. Дает статы. Да, я понимаю, что можно поменять. В нем особого смысла нет. Тут согласен. Да не, Лишрак-то согласен, но Лишрака можно спокойно переиграть, найти нужные подсейвы и все. Даже через дисперсию, там, через снижение урона, и все, он сам себя же убьет. Так что я тебя прекрасно понимаю, что в этом есть смысл, да. Находишь Лишрака и выигрываешь практически каждую игру. Согласен. Между бессмысленно драться или что? Кстати, да, если найти... Спасибо за игру. Если... Спасибо. Если найти ульту алхимика, то вообще будет жесть. Это дэмэджа, мама родная. Хочется взять свирепость, но не хочется прокачивать, потому что удачи мало. А хочется взять свирепость. Сильно хочется. Что-то баш вообще как голимая херня, которая просто не работает. Марксмен. Рип. Пароль пробел, да, пробел. Что-то дальше какая-то лажа падает. Ого, челлендж не ставит ставки, мощно. Ты хочешь, чтобы все выполняли этот челлендж? Или только я?
Что? Меня убило? Че, психи, что ли? Почему меня так быстро убило? Можно не так быстро убивать? Найс дэмэдж. Неужели десятка будет? Да, кстати, с этой фигней вообще прям фига себе, блин, урон увеличился. Жесть, вот это дэмэджа, блин, мама родная. Блин, не дошел. Нет, Маркс он не работает с мастер волос, только на дальниках. Он же дает только ловкость. И пробивает основную броню. Поэтому логично, что мастер на него никак не влияет.